что-то есть. Сложнее, чем я думал. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком.
еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов.
где черный город? Не знаю, никогда тут не бывал. Конечно. Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи. Не Брока был? Я... Потом обсудим. Индус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит.
А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Лучше пошевеливайся, брат. Гостям не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Thank you.
Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да, там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Задел. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Наверное, тебе просто нравится быть горшком. Кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Приготовься!
хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь смотреть. Куда? Я-то думал, те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах? Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали, может, это ее подарок? Смотри, ловушка для ветров. А, умно.
Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Какой рычаг тянуть? Правый! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Средний! Левый! Луна слева, солнце справа, как в центре. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Левый. Правый. Это было умно. Что приготовил для нас Тюр? О, нет! Защитная руна Фрей смылась! Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В
день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша?
Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Идем.